трамваи, рельсы, стрелки, провода. Пока друзья мечтали о собственном автомобиле, Руслан загорелся желанием научиться водить трамвай. И вот уже 5 лет молодой мужчина управляет своей мечтой. С виду-то кажется, что все-таки так легко трамвай водить, а на самом деле, конечно, не особо-то и легко. Тянет трамвай, все, тянет. Почему тут как? Второй дом, считай. Руслан работает на 2 маршрутах – на первом в будни и на 18-м по выходным. Чтобы глаз не замылился, говорит, да и разнообразие нужно. Водителю трамвая свернуть с путей не удастся. Утром, конечно, больше нравится. Как-то и пробки быстрее расходятся, чем вечером, и быстрее как-то, не знаю, или настроение может с утра только проснуться хорошее. Несмотря на то, что водитель с 5-летним стажем в ТТУ считается молодым, Руслан завоевал репутацию опытного профессионала. За все время работы ни одной аварии. Смотришь в оба, и самое главное, скорость и дистанцию держишь, и все. Все от скорости зависит. Чем скорость, его тоже просто так не остановишь, это не легковая машина. Ездишь с определенной скоростью, чтобы рассчитать путь торможения в случае чего. За окном мелькают пейзажи любимого города. За спиной по своим делам едут десятки пассажиров. Для кого-то это просто рабочие будни, а для Руслана – работа мечты.